В 2022 году пройти бесплатное переобучение по наиболее востребованным профессиям смогут не только граждане старше 50 лет и женщины с маленькими детьми, но и молодые люди в возрасте до 35 лет. Постановление об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Стать участником программы переобучения сможет несколько категорий людей. Среди них граждане, которые после завершения обучения или службы в армии более 4 месяцев не являются занятыми. Также работники, находящиеся под угрозой увольнения, или люди без среднего и высшего образования. На обучение в 2022 году будет выделено 1,2 миллиарда рублей. Заявки на обучение оформляются на портале «Работа в России».